Подписание прошло в рамках Петербургского экономического форума. По мнению главы региона, реализация проекта станет дополнительным стимулом для привлечения на Кубань туристов. Кроме того, это поможет сохранить и нравственную культуру. Я уверен, что соглашение может быть новой историей, вот той страницей в новой истории российской киноиндустрии и кинокультуры. Чтобы снять кино, нужны деньги. Чтобы, на самом деле, хорошее, великолепное кино, наверное, нужны большие деньги. Но надо понимать, что кино – это часть идеологии. И сегодня, если мы говорим о том, чтобы нация была духовно богатой, то есть духовно сильной, то есть, конечно, мы должны здесь не экономить. Спасибо огромное за поддержку и за то, что вы всегда откликаетесь на проекты, которые Агентство стратегических инициатив вместе с партнерами предлагает. Краснодарский край с его территориально благоприятными климатическими условиями, красивыми пейзажами, красивыми местами, мне кажется, станет такой плодотворной площадкой, где наши мэтры будут творить. Документально закрепил сотрудничество Краснодарский край и с Каспийским трубопроводным консорциумом. Подписи в документе поставили Вениамин Кондратьев и гендиректор компании. В развитие социальной сферы края консорциум уже вложил больше миллиарда рублей. Это и капитальный ремонт школ, закупка медицинского оборудования, строительство спортивных площадок. В этом году компания планирует выделить 64 миллиона рублей на покупку автобусов и оборудования для школ в Крымском и Динском районах. Это годовний исторический партнер нашего региона, безусловно. И еще раз хочу заверить, что я сделаю все, чтобы наше партнерство сохранилось и умножилось. И я рад приветствовать расширение вашей инвестиционной деятельности в нашем регионе, потому что, еще раз подчеркну, вы интегрированы в реальную жизнь, вы интегрированы в социальные проекты. А значит, мы все вместе сегодня создаем вот то комфорт жизни в Краснодарском крае. Поэтому я надеюсь, что мы и дальше будем двигаться теми же темпами и достигать еще больших результатов. Для нас очень важен этот регион. Мы рады, что у нас есть взаимопонимание. Раз есть взаимопонимание, то и наша работа как бизнеса, понятно, что основная задача у нас получение прибыли, но тем не менее мы не забываем, что мы должны действительно правильно интегрироваться в социальную жизнь края. Кроме того, Николай Горбань заверил, в этом году они закончат реконструкцию здания школы в станице Старомышастовской. Добавлю, что Каспийский трубопроводный консорциум на территории края работает уже около 20 лет. Компания занимается транспортировкой нефти из Казахстана через Новороссийск на мировой рынок. Рената Шипулина, телекомпания ФКТ.